На проспекте имени Ленина в Ярославле гостеприимно распахнулись двери новой столовой. Познакомьтесь с ее просторными и вместительными залами. Общим, диетическим, детским. Эту самую крупную в городе столовую ярославцы по праву называют комбинатом общественного питания. О нем можно с уверенностью сказать. Он красен не только своими углами, но красен и пирогами. В новой столовой богатый выбор холодных и горячих блюд. Кондитеры лишь за одну смену готовят 25 тысяч пирожных и тортов. Понравится потребителям и магазин полуфабрикатов. В нем можно приобрести мясные, рыбные, кулинарные изделия. В текущем году в городе откроется еще не одна благоустроенная столовая.